Как скажете. Как скажете, ребята. Мне не лень спуститься вниз. Не, ребята, пока. Что-то мне это не особо нравится. Хорошо. Сойдет, надеюсь. Каких-то еще секретов. Тоже мне охрана. Сейчас мы эту охрану аккуратненько сравняем с землей. Или не совсем. Понял. Способности Сианы к исцелению сейчас будут вполне себе кстати. Что-то не нравится мне это все. Ты реально водишь нас только ради того, чтобы золото себе найти? Неужели нельзя сразу признаться? Хотя, если бы признался, мы, наверное, бы отказались.
грязно. Нас упорно туда не пустят, дабы мы выяснили правду. Досадно. Эта дверь обычным ключиком не откроется. Вынесем его легонько. Ну, сейчас начнется. На всякий случай давайте вот это вот. Ясно все с тобой. Так, чувствую, это будет довольно... интересно. За то, что промах с... За промах спасибо. Но недолго радоваться было мне. Да, зря.
зря я использовал алоэ, но пускай. У меня его и так много, мне страшно. Слово абсолютно. Вот это было больно. Не, не хочется рисковать, надо подлечиться. Мало ли, что там у нас. Придется делать тотальный отхил постоянно. Хо-хо-хо-хо-хо. А вот это я не ждал. Девушке ману надо забасать по полной программе, то и в принципе мне не помешало бы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая досадная оплошность вышла. Надо было, видно, еще несколько уровней покачать, я слишком увлекся, что совершенно забыл, что мы еще не на пределе наших возможностей. В плане этой прекраснейшей главы. Сколько ж в тебе здоровья, ты ублюдок. Теперь надо бить тебя всем, чем только можно, пока есть возможность. Просто сдохни.
Терпим, пока терпим. Просто получи. Понял? По-хорошему ты не хочешь. Легонько. Я боюсь, что покажешь. Это, конечно, хорошо. Но прежде чем мы туда пойдем, я полагаю, да. Нужно что? Правильно. А то иначе что? Верно. Поражение. Это было довольно. Я бы уж прям сказал, очень-очень. Ух, выматывающе. Но мы справились. Итак, мы прежде чем проверяем, что все хорошо. Обычно ничего интересного. Нет, спасибо, паучки. Мне с вами уже надоело сражаться. Я бы сказал, даже очень. Я очень рад, что вы мне даете прям капитально много опыта, что в свою очередь мне помогло кое в чем. Отдаленный грохот, это, конечно, хорошо. Только непонятно, грохот это был где и что открылось, потому что тут у нас путь и так был открыт. Вроде как. Любопытно. Но этот рычаг. Не, ребята, вы уже не достойны того, чтобы со мной сражаться. Снова это. Я не хочу запоминать. Ага, тут тупик. Я понял. Ну, не сказал бы, что запомнил. Так. Вот так, сейчас наверх. И аккуратно надо будет, получается, пройти вниз сюда. Потом направо и пытаться идти вверх.
направо, тотально, до упора и вниз, и потом вот так. Ну, в принципе, несложно. Вроде как. В смысле? Я ж пытался идти вверх, чтобы пройти вверх. Ну как она могла это пропустить? Это несерьезно. Не, ну ладно, я сражусь, но просто как-то... Если я пошел правильно и... каким-то макаром не попал в тот проем, который мне нужен, это, конечно, досадно. Так. Ну вот он, как я в него мог не попасть? На самый верх. Теперь до упора. Так, до упора, теперь вниз. И вот сейчас будет выход. Легонь. Капец, мог бы без единого фейла. О, ладно. Главный результат, что мы прошли. Это главное. Подумаешь, ну, бывает. Бывает. Ого. Дверь среди камеры открыта. Единственный только вопрос, это сейчас будет все открыто именно справа, или мне снова возвращаться наверх? Нет, не надо. Я на всякий случай вот это вот. Ага. То есть каждый раз все-таки придется возвращаться вот так вот. Нет, спасибо, ребята. Желания как-то нет этим заниматься по новой. Начать-то, конечно, но иди нафиг. Я пошел. Посмотрим, что там где открылось. Если то, что оно открылось, находится здесь. Хотя вряд ли. Понимаю, это у нас последний срез. Для возможности пойти в город, там закупиться материалами и прочим, прочим и прочим. Хотя есть мысля, точно, мысля, что возможно открылась та самая дверь, где был тот чел заперт, которого не могли ни одними ключами, которые у нас были, освободить. И кажется таки мы его вот это вот, но это надо проверить. Как думаете, надо? Я думаю, надо. Может быть, он нам что-то полезное даст. Сейчас мы это выясним. Все же теория оказалась верна. Спасибо. Колечко, это всегда приятно. А, только оно не на нас, да? Спасибо. А обычный браслет что дает? Угу. Ну тогда давай тебе сюда, а тебе вот так вот. Я думаю, вполне себе сойдет. Ну да, пока на тебя ничего не наденешь. Но это все пока.
пришло время, наконец-таки, я надеюсь, финализировать эту главу. По крайней мере, я очень хочу, чтобы так было. Но будет ли оно так, мы это скоро выясним. Какие подарочки? Да, ну не-не-не, до свидания. Ого. Понял. Это типа что-то наподобие каких-то головоломок. Круто.